Над строящейся Стерлитамаки мечетью возводят минарет. Фундамент будущего храма был заложен еще в 2012 году. Строительство идет на благотворительные средства. Салават Епаров – местный предприниматель. Большую часть денег, необходимых для строительства, вложил он. Мечеть будет носить имя Мухаммад Салам в честь деда Салавата Епарова. У меня дед был такой глубоко уважаемый дед, в деревне жил. Верующий, богобоязненный, как бы нас... Внуков он воспитал, как бы дал возможность, научил труду, работе. Глядя на его труд, успех, как бы я посвятил имя, назвал как бы Мухаммад Салим. Здание почти достроено. Осталось завершить работы по минарету и провести внутреннюю отделку. Новая мечеть сможет одновременно принимать до 250 верующих. Здание будет иметь один минарет и два зала. Рядом строится пансионат, где будут обучать детей основам ислама. Возле мечети разместят и зону отдыха с беседками. Храм все-таки строим. Важно, как важно. Ну, важно. Стройка, она есть стройка. Делать надо храм. Первый камень мечети заложили в 2012 году. События приурочили к началу Рамадана, священного для мусульман месяца. Дата завершения строительства пока неизвестна. Работы ведутся по мере поступления финансирования. Для мечети уже мы вот уже где-то возникнули, где-то ну, миллионов где-то 18 мы уже вложили уже. Но сейчас, допустим, для завершения купола, крыши, минарета, вот как раз мы счет ввели, но где-то еще 11 миллионов у нас даже по смете уже есть уже. Кроме внутренней отделки. Новая мечеть станет в Стерлитамаке третьей. Артем Ланегин, Вадим Ямансаров, Стерлитамак, служба новостей.